канале Юрий и Лариса Ивановы Лайф. И сегодня мы на кухне нашей дочери. Мы с ней готовим кабачки в сливочном соусе. Я для этого взяла грудку, здесь у меня 750 грамм, кабачки взяла 750 грамм, вот я уже тут приспособу у дочери нашла, чтобы их покрошить вот так красиво. Взяла 2 зубчика чеснока, 200 грамм сыра Филадельфия и вот здесь примерно миллилитров 100 молока. Молоко у меня 4%, ну соль, перец и вы можете насыпать свои любимые травки, специи всякие разные. Мы это не очень любим, поэтому мы без этого. А сейчас мне нужно покрошить курицу. Наливаем в сковороду оливкового масла. Ждем, разогреваем масло и опускаем курицу туда. Масло нагрелось, опускаем курицу и обжариваем. Пока у меня обжаривается курочка, я режу кабачок. Взяла вот такое приспособление и делаю вот такую спиральку. Можно, у кого нет, можно просто порезать этот кабачок, как вам нравится. Ну, с этим просто как-то необычно приспособлением. Это все одинаково порезано, а тут как кружево прям. Попробовали помельче насадку. Тут вот такие спагетти получились. Тоже красивые, но в следующий раз сделаем их. Ну, ладно, в этот раз вот такое пойдем. Добавляем в курицу чеснок. У меня 2 зубчика, как я уже говорила. Теперь мы эту курочку солим по вкусу. Перчим по вкусу. Перчим. Перемешиваем. И добавляем сюда кабачки. Это все очень быстро будет готовиться. Нужно нам быстренько сделать соус. Перемешиваем. У меня немного налито масла, так что если кому-то мало, подливайте. Еще раз повторюсь, 200 грамм у меня Филадельфии, я ее нагрела в микроволновке. И теперь я сюда добавлю молочко. У меня 4%. И это все нужно перемешать. Девочки, если у вас не будет промешиваться вот этот сыр Филадельфия, но если у вас нет сыра Филадельфия, можно плавленый сырок взять, то можно его немножечко подогреть, и тогда все быстренько размешается, или блендером перебить. Ну, в общем, как удобно. Я не хочу блендером марать, так поэтому немножко подогрели, и, пожалуйста. Соус готов. Доча вот предлагает тут еще пармезанчиком засыпать. Ну, у нас есть? По-моему, да. Она говорит, я готовила, и у меня я с пармезаном. Ну, у меня пармезана никогда нет, поэтому я без пармезана готовила. Заливаем сыром. Я не сподручно так, но чтобы вам видно было. Немножко перемешиваем. Кабачки я не солила, потому что сыр у нас соленый. Кому надо, подсолит. Я курочку солила. Ну, да все. Еще если пармезана добавить, так вообще солено будет. Да, в том-то и дело. Сейчас немножечко убавим. 2 минутки и выключим. Все у нас готово. Кто любит поменьше соуса, можете столько соуса не добавлять. Делайте поменьше. Я прям вкус этого представляю себе во рту. Ням-ням-ням. Так, сейчас это я кабачки взяла, сейчас побольше миска положу сюда. Ложка у нас неудобная.
Да, ложку выкинула, черную, старая, говорю. Ой, соус. Так, и сверху засыпаем пармезанчиком. Ням-ням-ням-ням-ням. Все, будем кусить. Ну что, всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Готовьте вместе с нами. Это очень быстро, вкусно. Слюнки текут. Всем пока-пока.